Работы по благоустройству сквера на улице Советской Армии начались, как говорят чиновники из администрации Рязани, по многочисленным просьбам местных жителей. Ведь не секрет, что микрорайон Дашково-Песочня испытывает явный дефицит зеленых зон. И обращения горожан были услышаны. Вскоре здесь должен появиться полноценный благоустроенный парк с детской площадкой, лавочками, тропинками и освещением. Работы ведутся, хорошими темпами, с желанием успеть их завершить ко дню города. Предусмотрено очень значительное благоустройство с расчисткой благоустройством водных объектов, которые расположены, пусть и не на очень большом, но все-таки значимом участке. Предусмотрено развитие тропиночной сети, велодорожки, которая в зимний период времени сможет стать лыжней. Предусмотрены детские площадки, предусмотрены спортивные площадки и площадка для выгула домашних животных. Работы по благоустройству ведутся также и неподалеку от Лыбецкого бульвара, между мостами по улицам Маяковского и Чапаева. Здесь планируется не только установка спортивной площадки, но и также запланирована прокладка участка велосипедного маршрута, который со временем должен пройти через весь Лыбецкий бульвар. По многочисленным обращениям и пожеланиям граждан города сейчас развивается и реализовывается проект создания велосипедного маршрута, который пройдет через весь город, соединяя лесопарк и Центральный парк культуры и отдыха. Поскольку эта потребность уже давно назрела, необходимо определить наиболее комфортный маршрут движения велосипедистов так, чтобы это было безопасно, так, чтобы они могли проезжать через хорошие, красивые зеленые места, так, чтобы они никому не создавали неудобства, никто, в свою очередь, не создавал неудобства им. И, соответственно, по этому участку пройдет в том числе вот этот вот маршрут. Подробнее о благоустройстве городских зеленых зон смотрите в еженедельной программе «Лицом к городу» в это воскресенье. Интервью с Еленой Фирсовой в 19:00.